Франция стремительно теряет свои позиции на международной арене. Очередной провал президента Франции Эммануэля Макрона связан с тем, что он не получил приглашение на саммит БРИКС, который пройдет в ЮАР в конце августа. Предстоящий саммит в Йоханнесбурге должен стать одним из крупнейших за всю его историю. Всего разослано около 70 приглашений. По информации южноафриканской стороны, приглашения были направлены всем главам государств глобального юга. При этом многие лидеры стран сами звонили президенту Сирилу Рамафосе с просьбой пригласить их на саммит. Макрон оказался именно в списке тех, кто сам выпрашивал приглашение, но получил отказ. Эксперты отмечают, что такое поведение Макрона – не что иное, как попытка показать народу внутри страны, что он держит ситуацию под контролем. Для Эммануэля Макрона важно показать своей внутренней аудитории, что в условиях тех сложностей экономических, с которыми сталкивается Франция, он ищет самые разные возможности, чтобы их преодолеть, в том числе вот развивая отношения со странами БРИКС, да, и с этим объединением в целом. Эммануэль Макрон хочет подчеркнуть, что он ведет активную внешнюю политику, что он как бы держит руку на пульсе. Организация БРИКС была создана в 2006 году в рамках Петербургского международного экономического форума. Тогда Россия, Бразилия, Индия и Китай организовали этот союз. Через 4 года к ним присоединилась и ЮАР. С этих пор экономический блок 5 стран получил название БРИКС.